Wiesz, to nie widzisz tych gry, to nie ma konty. Так не играет он же ее, да. Призовые элементы. Я бы сказал, сектор приз на барабане. Пахнет, кстати, очень... Не поверишь, но очень... Наоборот, и... Не, наоборот. Не знаешь.
Тишка моржа. Чтобы ты знал его. Ну и ладно. Вот это есть. Да наоборот, ну на, вот это он видит. Вот это он имел. Ну, наверное. Вот это конечно. Да, да, да. Это тебя не учит вообще, это да, он для простая говорит. Ну да, да, он на себе так думает. Наоборот, он, ну, можешь по-другому перейти, но здесь негде ошибиться, потому что, да, понимает. Наоборот, он про себя так думает, потому что, да. Ну, он про себя так думал просто, да, да, да. Ну, да, тщательная, да, мера принимает, да. Ну да. Ну, может, ты гениальный. Ну, как бы. Или нет, 99% труда, понимаешь? Наверное, так. То есть, может, ты действительно гениальный, но надо работать пипец как тогда. И совсем не так, как ожидают все, или как ты ожидаешь, или как я. Или то есть посол. Не касается, да, все.
Но если ты будешь так заниматься, тогда тебе. А деньги ты на чей счет ты будешь, то есть как бы. То есть. И то есть. Да, понимает. Ну да. Ну видишь, понимает он, собственно. То есть надо 50 на 50 как-нибудь. Ну или как, не знаю, думай сам свою пропорцию изобрети, твою какую-нибудь. Да, понимает. Все очень просто. Тебе надо что-то кушать. У тебя будет жена. Она будет беременна. Это еще будут рты. Их тоже надо будет кормить. Даже если ты будешь голодать. Сидеть на шее государства надо иметь основания. Хотя бы быть инвалидом. Да. Это. Нет, ну я не когда пам, да. То есть, ни одно государство тебя на своей шее терпеть просто так не будет. Ты должен где-то работать. Она понимает. То есть, значит, у тебя не получится. То есть ты будешь 8 часов как минимум давать куда-то. Еще, скорее всего, тебя будут запрягать, повышать квалификацию, что-нибудь, бла-бла-бла-бла. То есть просто так тебя терпеть, как быдло, там не будут. То есть, что ты что-то там отработал и ушел. Это самый низший уровень квалификации. Ну, насколько я знаю. Ну, меня не касается, да. Про себя так думаю, да. Меня это не волнует, я просто тебе говорю, ну значит нет, значит будут терпеть тебя, как будто иди. Мне вообще насрать на это. Я тебе еще раз говорю, да, это не меняет даже смысла речи, я к тому, что специальности, которые не развиваются, они просто исчезают, понимаешь? Наверное, так, как меня не касается. Да, все это бред, короче, это вообще ни о чем. Просто я тебе написаю, ну хорошо, мне на одной специальности тебе ничего не надо делать. Туда приходишь, 6 часов туда отдал, и идешь, занимаешься гениальной работой. Которая нахер никому не нужна, которая у тебя ни денег, ничего нету. И твоя беременная жена начинает плакать и рано или поздно пойдет работать, потому что у нее свое мнение про этот мир, и а ты ее перестанешь беременеть, потому что не знаю почему. У меня весь местами называется. Как вариант тебе просто сказал. Потому что в этом мире ты не будешь чувствовать себя, да, будешь не знаю, понял. Наверное, может быть и так. Может так, может всяк. Это не суть разговора. Да, это все об одном и том же. Да. Да. Не знаю, думаю сам. Жабью. Да. Ну вот это он имеет в виду. Ну вот это и был сам. Ну да. Ну хорошо. Да. Да. Что значит это? Ну на себя. Ну вот это он имел в виду. Нет, понимаешь, то, что ты увидел, увидела, победила, да, да, мне не кажется, да, она почти, да, наоборот, да. Ну, он о тебе так думает просто. Тебя все равно ничего не сделает. Ну, что ты видишь, он нормально играет, там просто все, понимаешь, да, понимаешь, да, вот это он играет, говорит, ну да, ну вот это и есть, ну да, ну вот это он был сам. Ну скромнее, значит, себя веди, да, скромность. Не знаю, пропорция, да, того, да. Наверное, решимость. Амбиция, пропорция, что-нибудь еще свое скажи, да. Что тебе надо? Да, да. Что, да, да, да. То есть он тебе говорил, да. Я уже скачал ее. Или
свете. Ладно. Наоборот, значит, да наоборот. Ну вот он поделает. Да наоборот, он потерял такой. Ну надо. Я не то что свои интуиции, я свои, как бы, да, то есть, ну да. Да пошли. Ладно, ну да. Ну да. Ну нет, в принципе, я изначально так начинал вообще, так что это нормально. Да. Ну, я начинал просто как бы другой. Ну, меня это не касается. Ну, не надо тогда. Ну, нет, значит. Ну, все ты. Да. Все, ну, туда же и придешь, наверное. Меня не касается. Да. Жизнь от... Ну, да, меня не касается. Я просто... Да. Ну, он о себе так думает уже давно. Наоборот, только да. Ну, вот наоборот, да. Ну, живи как чмо тогда. Пусть женщина будет с тройной головой, а ты будешь с пузом, с тройным животом. Да. Зато да, вот и все, да. Да. Молодцы. А ты что так быстро скачешь? Да не может быть. Ладно, ладно, все.
Ну смотри, что-то, ну наоборот, что-то не черт, что ли, не черт, что ли. Ну это у меня, не, смысл, да. Перерасход, да, перерабатывать просто, да. Да наоборот, да. Это про меня что ли? Про себя говорил он просто, перерабатывать надо везде, да, понимаете. А, ну да. А зачем тебе время-то свое? Ну что значит перерабатывать? То есть он тебя про себя и говорил. Ну вот это имеется, ну наоборот, да нет, понял, да нет, да. А на что ты время? Ну это хорошо такая раздвоенность, то есть ты работаешь, делаешь одно, но, да. И на что ты время свое расходуешь, что настоящее, понимаешь? Нет, ты на меня не смотри, ты меня просто не знаешь, как бы, поэтому ты даже не знаешь, понимаешь? Ну и ладно, понял. Да. И это, ну я бы так не сказал, просто, да. Тайна это скорее женственность, да. Не знаю, не думай тогда. Да. Ну там все просто на самом деле. Там тайна-тайной, да. Да, понимаю. Да. Не согласна, что ли? Ну хорошо, женщина это постоянство, да. Постоянно. А в чем таинственность тогда? Да. Ну нету таинственности. Наоборот, они слишком примитивны. Да, все, ну она поняла. Ну это ну ладно, хорошо. Но он это имеет в виду, когда ты. Ну и что, ты будешь, или что, ты как баба будешь, или что? Ну что ты намекаешь? Я не понял он, я просто, да. Ладно, проехали. Пока. Да. Типа. Ладно, мы там. Чуть ниже.